Добрый день, меня зовут Гимаев Шухрат Шевкетович, я фельдшер, медицинский брат, прибыл с города Москва с целью, чтобы наладить в городе Актау, да и не только, в других городах, именно санэпид-обстановку, чтобы улучшить как бы качество показателей, чтобы было меньше смертности. Мы просто стараемся, мы хотим вам помочь, сделать все возможное, принять все усилия для того, чтобы мы жили и радовались жизни. Вот то, что вот так принимают. В России намного суровее методы борьбы с коронавирусом, но мы применяем все возможные усилия, советуемся с администрацией города. Стараемся, чтобы победить эту пандемию. Стараемся для вас, для наших соседей. Мы вас любим. Ваше мнение о казахстанских коллегах ваших? Они профессионалы, молодцы, стараются, работают. Мы им, естественно, даем свои советы, с ними советуемся. Ну, делаем все возможное. Наша задача – обеспечить правильное лечение непосредственно. Наладить санэпид-обстановку в городе. Это непосредственно обработка территорий, ограничить доступ посторонних лиц, потому что это очень важно. От этого страдает не только тот человек, который болеет, но и окружающий. Если этого не будет, ситуация будет только становиться хуже. Нет, кроме Казахстана нет. Я первый раз оказался за границей, первый раз полетал на самолете и увидел море.